Ульяновские полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежей. Нападения произошли в конце ноября в Ленинском и Заволжском районах. Во всех случаях злоумышленник выбирал темное время суток и малолюдные места, где со спины нападал на граждан и похищал ценное имущество. Установлено, что 22 ноября возле дома номер 28 по улице Толбухина подбежал сзади к 67-летней пенсионерке и, выхватив сумку, похитил 8 тысяч рублей. При аналогичных обстоятельствах произошел грабеж в Заволжском районе областного центра, где 30 ноября в районе дома номер 42 по улице Жуковского у 43-летнего мужчины была похищена сумка, в которой находились деньги, сотовый телефон и другое имущество на общую сумму 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». После обысков дома у задержанного изъята часть похищенного. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации максимальное наказание за совершение грабежа предусмотрено в виде 12 лет лишения свободы. Новости Улправда ТВ.